Моряки на реке. Запорожские ветераны военно-морского флота и военно-морских сил Украины в минувшие выходные прошли по Днепру на теплоходе и почтили память моряков Днепровской флотилии. Запорожские моряки. В тельняшках и без козырках собрались на причале, чтобы вспомнить своих соотечественников. Казалось бы, у нас в городе моря нет, а ветераны флота у нас есть. Но тем не менее, наша Днепровская флотилия в свое время, в годы Великой Отечественной, проявила тоже массовый героизм, помогая сухопутным войскам овладевать теми позициями, которые им были приказаны. Сегодня ветераны военно-морского флота и военно-морских сил Украины – это единое целое. Моряки со всех флотов, всех поколений собрались на теплоходную экскурсию по местам боевой славы, чтобы почтить подвиг Днепровской флотилии, которая в годы Великой Отечественной войны защищала украинские города. Они внесли немалый вклад. Вот эти люди видели волну не на картинке и суровые будни морской службы. Они отложат свой отпечаток. Я думаю, они многое сделали для той победы, которую они одержали. Здесь не только ветераны, но и действующие украинские моряки. Морским традициям не изменяют и даже приобщают к ним своих детей. У Ильи дедушка был моряком. Он рассказывал ему о подвигах Днепровской флотилии. Они стреляли, там воевали. И в этот день моряки все собираются и идут на корабле. На встрече озвучивали еще много морских традиций. В частности, некоторым ветеранам вручили подарочные плафоны. Емкости, похожие на стакан, объемом 300 миллилитров. Таким образом, пожилым морякам напомнили о традиции посвящения, когда новоиспеченному члену команды первый день на борту судна нужно было выпить плафон морской воды. После непродолжительной торжественной части моряки отправляются в плавание. Теплоход на безвозмездной основе для проведения этого памятного мероприятия предоставило предприятие «Моторсич». Я бы хотел поблагодарить руководство «Моторсичи», городскую общественную организацию ветеранов, городской совет за помощь, оказанную в проведении нашего мероприятия. Несколько часов прогулки по Днепру. В ходе путешествия останавливаются у памятника переправа. В память о событиях Отечественной войны на воду опускают венок. Уверены, морские традиции будут продолжаться.